Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение RimWorld Hardcore SK. И тут появился у меня щенок Найтлинга откуда-то, прям в пещере. Вообще какая-то мистика. Заспаунился. Я вот думаю, его сейчас надо будет убивать. Потому что он вообще тема тут. С мяса будет все жрать тут. А все с одного патрона. Отлично. Так, что случилось? Так, вы перетаскивать тут будете, нет? Блин, опять в одежде. Ну ладно, мне уже девать их. Давайте, наверное, сделаем следующее. Мне же надо срочно. Так, кто у нас кто? Кто был? Джехо Крис. Ну вот Криси давайте. Тоже пускай идет ремесленник. Уничтожает ткани все, точнее одежду перерабатывает. Так, давай, давай, перетаскивай. А, стоп, а у меня еще древесина, по-моему, да? Кончилась древесина. Так, здесь у меня сколько стоит? 90. Давайте-ка, наверное, до 50 умножим. Потому что пока мне это нужно. И доски. Блин, сколько же всего тут делать? Пять человек уже явно мало, что-то никто и не приходит. Приходят какие-то бабульки, дедульки. Так, давайте мы сжигать будем препараты. О, да, наконец-то хоть кто-то пришел, сейчас ему всяких вам продам. Дам ему всяких вам. Ой, шпиончик. А чё ты там встал? Я же тебе показывал, куда идти. Так, где у меня аксессуары, энергия. Так, разные амбо, да? Место свадеб. А, ну хотя тебе надо торговую палатку поставить. Давайте поставим
Давайте ее поставим здесь. Блин, я даже не знаю, куда их поставить. Ладно. Ты иди разговаривай. Такой. Так. Давайте-ка продадим тогда. Коту. Коту мы продадим. Ну и весь хлам вот это продавать. Хорошо, что он оружие покупает. Раз ему отдам. Так, пистолет. Пистолет нет, это я все буду, наверное, разбирать. Хотя пистолет мне не нужен. Дробовики я разберу. Один, наверное, соберу. Карабин. Так, а у тебя вообще ничего не взяли, да? Плохо. Только компоненты. Фига себе. Хотя нет, я лучше приберегу. Медикаментов. Потом кто-нибудь еще придет, медикаменты возьмем. Давайте шкуру Найтлинга дадим. Мегатерия. Не, Мегатерия оставим. Варга. Кошачьих рысков. Мягкая какая-то кожа. Жереб. Зайца. Носорог пока, наверное. А, хотя... Да, носорог тоже отдадим. Слона тоже отдадим. Тогда вот так. Давай, переноси. Так, ты там посикал, иди. А, ты уже занят. Да, эта игра, блин, не быстрая. Можно вообще неделями. Так, Раймонд, а ты что ничего не исследуешь? Тебя все исследовано, что ли? Простой научный стол. Давай-ка вот торговый маяк изучим. Построим мы с тобой маяк. Будем вызывать. Да, там. Караваны будем вызывать. Так, здесь что у нас? А, у нас, наверное... А, нет, песок. Приказы, зоны.
Давайте запретим все. Песок. Щебень. Песок. И поставим высокий. Так, торговец пускай уходит, а нам надо... Нам надо... Так, а, кто-то сдох, это свежий. Так, это кто? Волк, да? Серый волк. Давай переносим. Слон. Блин, он же испортится. Газель. Вообще можно не охотиться, тут они сами помирают. Надо срочно все это перенести, потом уже дальше развивать. Ух ты, ух ты, ух ты, что я нашел? Ты что я нашел? Так, а где у меня здесь был уголь? Я где-то видел уголь. Так, давайте глянем, кто тут, что тут. Опять, небось, нечто. Так, Турс. Ладно. 55 лет. Ну, нафига вот ты мне нужен? Я не пойму. Проникающая эта фигня, все. Давай молочко переноси. Так, а почему у меня Криси переделывает еду? Переделывает одежду, я чуть не пойму. А, она олово делает, да? Это он. Хорошо, пускай олово добавляет. Ну, я так и понял, что это тут есть. Хорошо. Давай, иди сюда, нечто. А, перезаряжайся. Пошли. Встречаем его. Перезаряжаемся. Да капец.
Да, блин. Так, серебро надо подобрать. Вот это. Ну, все, пускай подбирают. Так, вы кто-нибудь сдохнете, нет? А Вика? Почему Вика кушает? Потому что она отдыхает. Блин, надо срочно все это тоже перенести. А у меня место-то есть? А, есть. Подъем! Так, дальше. А, они, по-моему, малярией туда болеют. Да, у них малярия. Блин. Ну ладно, в принципе, пожарим тут. Нет, 29% часть тела отсутствует. Так, вот это тоже надо перенести. Так, ладно, я даже не знаю, что ждать, пока все перенесут. Я все равно на постройку даже нет материала. Из чего я делаю тут это? Чего я делаю? Так, оловянный 210. Стального. Дым. Так, стальной есть у меня. В принципе, мне нужен железобетон. Нужны материалы. Какие материалы? А, щебни. Давайте сделаем-то. Кстати, вот здесь надо тоже колонны поставить. А, они стоят. Окей. Так. Это что такое тут? О, железо, отлично. Вообще отлично. Так, а это у нас стенка из гранита. Ух ты, здесь походу тоже что-то есть. Кстати, вот уже. Тоже стенка из гранита. Походу здесь... Походу здесь криокапсулы. Будь осторожнее. Так, собираем вот этих вот трупики.
Так, пойдет она, не пойдет. Вообще, да, разделать, молодец. Собственно, все равно же мы его прожариваем, поэтому малярией-то мы не заболеем. Так, телекоммуникации мы выучили. Хорошо. Значит, у нас консоль связи и это. Ну, мы сейчас сюда поставим. Какая-то чё у нас? Весняк. Так, кто-нибудь еще там сдох? Пока. О, а что это ты выкинул? Всё. Опа. Вот еще. Ну, еды мы запасемся, так что если на нас опять животные всякие людоеды нападут, у нас будет жратвы. Фига. Можем просто закрыться и сидеть. Вот и все. Вечеринка, это хорошо. Когда вечеринка, у них всегда поднимается настроение надолго. По-моему, на несколько дней. Так, Крис, что ты делаешь, Крис? Добавляет его. Так, стоп. А чё у нас? Раймон, где у нас? Давай, пускай тоже все перетаскивает побыстрее. Давно ему делать больше ничего. Версия. Так, дробовик. А вот это уже серьезнее, ребята. Надо у них карабин отжать. О, винтовка Мосина, блин. Чё, ничего. Аспа. Так, ты сюда встаешь, ты идешь. Да. Так, ты идешь. Да. Это, наверное, сюда. Сразу все перезаряжаемся. Так, пистолет у тебя. Я тоже прицельный.
Так, что так замедлил? Ух ты! Бронебойные. Вау! Давай сюда, подходи. Давай, давай, давай. Давай, давай. И чё, я никого. Один только этот, одну винтовочку отжал. Бей! Она не успеет уже. Тоже тогда. Блин, ладно, хоть челюсть не отстрелили. Так, собираем тогда сейчас вот это вот. Будем экипироваться. Вот здесь у нас дробовик. Здесь сразу ставим опять стенки. Так, Раймонд, печи. Так. Давай, корми. А ты у нас... Где у нас? Крисси самый умный, пошел спать. Вот ты капец, конечно. Давай иди, блин. Притаскивай патроны. У нас как его приносим, вот это так, а куда ты патроны положил? Вот. Ага. Так, перенести. Вика что-то доделает. А ну пускай не всем. Халявный материал. Тишина. Блин, нам нужно еще парочку. Вау. Ну что ж,
Давайте на этом закончим, дорогие друзья. Встретимся с вами в следующей серии. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.